И всем привет, приветствую вас на канале Косарев Геймс. Он нас не хочет никуда помогать нам. Значит, сами дойдем. Эта серия будет сейчас короткой. Потому что это заключительная серия. Ладно, не верьте мне. Я не знаю, где конец. Вот эта встреча. Будем считать, что он хотел выжить. Трус. Он доктора кушает. Реактивная шахта готова к запуску? А к какому запуску? Типа запускайте. Так. Не хочешь по-хорошему будем выяснять обстоятельства, опять бегая по лабораторий. Я думал, здесь уже конец, все, типа запустим и... Ну все.
Жесть. Я только что сбежал из пепла ада. Да. Ну что ж, была не была, да? Успокойся с миром, брат. Обалдеть. Да ёперный, сука. Вот эта тварь, конечно. Ну и какой же мы выход должны отсюда с вами найти? А можно я проплыву? Охренеть.
Ну и куда? Даже не знаю. Мы скоро выберемся из этого ада. Сука. Главное выбраться отсюда. Что, блядь? Ну, в общем, продолжим с вами в следующей серии. Мы поняли, что там жесть. Всем пока.